Привет, дорогие друзья! 4 марта. Это кости из огромных слив, что снимал раньше. Ссылку оставлю под роликом в описании. На первый взгляд кости чем-то отдаленно напоминают абрикосовые. Имеют персиковые вкрапления. Если присмотреться, то это как бы местами отшлифованные персиковые кости. Хотя и среди персиков встречаются с гладкой костью. У прунус мира гладкие кости. А это похоже на гибрид. Сами сливы были очень сочные. Если это гибрид, то сочность явно от персиков. 1 марта в магните были приобретены вот эти сливы из Южной Африки. Днем раньше заметил коробку без цены. На ней было указано UR Cape Town.